Всем приветики. В общем, вернул я этот кабель. И зарядные, которые у меня были. Хоука, который я покупал, зарядная и кабель. Хоука зарядная сразу вернул, когда подключил его одновременно к телефону и к пауэрбанку, он сгорел. Пока по отдельности подключался, было нормально, когда в два разъема, там было просто два разъема. Вот таких вот. Это мой зарядный от телефона с кабелем. Пока в такой один разъем подключался, было нормально. Когда подключил в два, во второй разъем пауэрбанка, в первый телефон подключил, он сгорел. Я его сразу вернул. Вот. Продавец был очень недовольный и сказал, это ваше оборудование сломало. Вот. Но я знаю, что это не оборудование виновато, потому что у меня есть такое зарядное, тоже двойное. Это тоже подключало телефон, и пауэрбанк все работает до сих пор. И телефон, и пауэрбанк, и зарядное. А тут решил другое купить. Просто то зарядное, оно гудит. Хотел купить, которое не гудит. Вот, и оно сгорело. Я его вернул, он был недоволен, сказал, это вы виноваты. Ну, в общем, деньги вернул. И остался у меня кабель вот такой вот. От того зарядного. Потому что я и кабель покупал зарядное. А кабель для зарядки я пробовал, он нормальный, он длиннее, чем этот, но когда подключаешь к компьютеру, чтобы увидеть файлы, когда первый раз подключаешь телефон к компьютеру через тот кабель, который я вернул, он сразу не видит файлов. Отключаешь, подключаешь снова, видит половину файлов. Отключаешь и снова подключаешь уже третий раз. Тогда видит все файлы. Но я считаю, тоже это дефект какой-то. Поэтому я вернул еще и этот вот кабель. Сегодня поехал, вернул. Он тоже был недоволен, сказал, знаете что? Ну все, мы с вами типа попрощаемся. Но он вернул деньги. Но был очень недоволен. Я так понимаю, больше он мне ничего не продаст. Но я у него и сам покупать ничего не буду, потому что это какой-то хлам. Зарядное сразу сгорело, а кабель файлы видит на телефоне только с третьего раза. Я считаю, что это вообще ненормально. К примеру, вот этот вот кабель от телефона, который в комплекте шел, сразу видит без всяких проблем, а тот начинает вот как бы глючить все такое. Поэтому я вернул все. Теперь у меня только стандартный остался зарядник и кабель. Вот. Так что как-то так. Поэтому нет у меня больше ни того зарядного, ни кабеля. Нету. Но я вернул деньги, и это хорошо. Потому что когда вещи некачественные, и самому неприятно ими пользоваться, если бы они были бы качественные, я бы никуда не ездил, ничего бы не возвращал. Потому что это и самому неприятно, когда что-то не работает. Но так, мне вернули деньги, и это хорошо. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.